Итак, внутренний аспект. Ну, что происходит в продажах, мы об этом говорили. Сложно выполнять план продаж, где-то проще. Сложно прогнозировать. Старые проверенные каналы продаж стали работать по-другому. Прямые продажи, работа через дилеров, дистрибьюторов, интернет-розница. Вот по каналам хотел остановиться поподробнее. Почему каналы продаж начинают функционировать по-другому, уважаемые? Вернее, даже не так. Кто заметил, что каналы продаж начали работать чуть по-другому? Есть кто-то вот у вас? Раз, два, три. В чем это изменение работы каналов продаж выражается? Ну, если раньше у нас загонялись достаточно большие суммы, нам это вышло уже затрагивали, да? То есть на сегодняшний момент предоплата составляет там, 2-3%, не больше. А фактически они уже просят отсрочки. То есть фактически мы вкладываемся в продажу. Это первый момент. Второй момент. Сама сумма сделки уменьшилась однозначно. Mm-hmm. Потому что люди покупают операциями. И ну, у нас строительный бизнес, мы производим строительные материалы. И если раньше человек строил дом, да, он купил себе сразу там, 60 тонн чего-то и вывозит их частями. Сейчас нет, он покупает 10, потом 10, потом 10. Но мы знаем его аспект. Почему? Потому что он понимает, да, что у него уже в загашнике есть, у нас есть служба ОТК, контроля закрытых сделок, да. И мы четко понимаем, мы спрашиваем, они говорят, ребят, ну, я знаю минимум трех, кто вас заменит в случае вашего провала. Поэтому люди покупают сейчас маленькими кусочками. Если раньше им это было не важно, им нужно было вспомнить на суде. Сейчас нет. Вы знаете, по прямым продажам, что хочу сказать. Вот в кризис, на самом деле, привлечь нового клиента по трудоемкости, там раза в полтора это дело увеличивается. Почему? Потому что люди, вот мы говорили, что изменилась модель поведения, как на рынке B2C, так и на рынке B2B, и менеджерам по продажам приходится прикладывать больше усилий, чтобы убедить клиента что-то купить. По существующим клиентам то же самое, да, они пытаются ухудшить условия. У нас группа А выросла, у нас... Грубо говоря, те, кто у нас все время тянул, составлял там 60-70% нашей доходности, у них наоборот все вырос, потому что мелких достаточно много, они не справляются ни с рекламой, у них нет денег на тот же директ. Но это зависит от структуры, на самом деле, бизнеса. Что происходит в кризис, как вы думаете, с продажами через дилеров и дистрибьюторов? Как этот канал меняется? Партнерский канал, я бы так сказал, уважаемые господа. Вы знаете, он происходит, он работает по-разному тоже. Если степень интеграции бизнес-модели, вот как вы говорите, с партнерами достаточно высокая, если мы понимаем, что такое дилерская политика, если мы помогаем развивать партнерам бизнес, и если партнеры превращаются фактически в представительство, каким-то образом там интегрированным, не называя это, да, то очень часто в таких случаях бывает, что даже вот в кризис эффективность повышается, потому что там более мелкие конкуренты, неструктурированные уходят. С другой стороны, в большинстве случаев, вы правильно говорите, дилер или дистрибьютор – это спекулянт, это посредник. Так скажем, основной продукт для него – это заработок здесь, сейчас. Если ухудшаются условия, что они делают? Они садятся на деньги очень часто, да, и стараются не покупать. Или же, с другой стороны, стараются покупать не в деньги, а брать в дебиторку каким-то образом и увеличивать эту дебиторку. То есть, на самом деле, риск увеличения дебиторки, тем более ПДЗ, очень сильно в кризис, ну, я бы так сказал, растет. Ну, в свою очередь, это влияет на объем поставок. Ну да, это на самом деле очень связано. Да? Мне кажется, что дилеры и логистика, что происходит в этот период работы через дилеров. Мы просто прошли с моим коллегой 8-й год в крупной логистической компании «Гитра». Вот если с точки зрения логистики поставки через дилеров они цикличны, но цикл составляет там 3-5 дней, то в кризис в 2009 году это был поток нескончаемый. Если наша компания работала и отправляла одного клиента через 2-3 дня, мы работали как Почта России, поток. А с чем связано было? Это связано с тем, что средний чек падает. Средний объем накладной. Все сокращают свои издержки по. Ну вот как, вот как зовут вас, я не вижу просто. Денис, вот Денис как сказал, 60 тонн брали раньше одним объемом, а сейчас на самом деле все правильно. Груз на складе уменьшается в разы, и люди сдают груз просто даже не раз в день. А по 3-4 раза. То есть они повышают эффективность использования оборотного капитала. То есть все, есть какие-то все деньги. Экономить на логистике. И не только на логистике, да, на все, на чем можно. Я имею в виду логистику поставок, это и склад, и транспорт. Тем самым превращается в поток. Окей.